Весна – это не только таяние снега, но и таяние сердец. Жан Пиаже. Друзья, вот с таких слов начинаю писать пейзаж. Белича кистью, наношу первые слои, такие розовато-охристые, и сверху по-сырому наношу фиолетовый, немножко алый, немножко ультрамарин и немножко кирпичный, или его называют еще Марс. Дальше капельки, которые подобрались к низу, я аккуратненько сейчас их буду убирать, вымывая какие-то части еще дополнительно для деревьев, и плавно-плавно спускаюсь вниз, прокладываю место для снега, где-то легко-голубой, и после делаю одним движением, буквально намечая дорогу. Такой сложный, болотисто, тепло-зеленый, холодный цвет. Дальше, пока сырая бумага еще, я уже наношу контрасты в деревьях, прописывая основные моменты. Вы спросите, какие цвета я беру для этого или для этого. Я не могу сказать все цвета, потому что часто я это делаю интуитивно. Живопись и живописец не может следовать четкому правилу, какой цвет смешать, чтобы получился такой. Это происходит что-то на автомате, что-то уже чисто, повторяюсь, интуитивно, максимально беру с натуры. Сейчас конец марта, и снег просто утопает. Он мягкий и одновременно рыхлый, влажный и очень вязкий. Все это я и стараюсь запечатлеть вот этим состоянием природы, перехода от зимы к теплой весне, к просыпанию, к тому, что все начинает потихонечку оживляться. И это самое прекрасное, что может быть в этом состоянии сейчас. Вот поймать переход, когда еще только-только начинают почечки появляться, только-только начинает зелень потихонечку где-то местами тоже просыпаться. И вот дальше я сейчас как раз прописываю этот самый мягкий, такой влажный, сырой снег. Очень легкими такими мазками показывают эту липкость, да. Где-то даже лужицы появляются, такие проталины. Вот, и там много-много цвета. Конечно, не обошлось одним слоем, поэтому такая работа получилась достаточно, как вы видите, уже на этом этапе многослойно. Но я попытался сделать максимально приближенно к цветам, которые меня окружали. И напоследок я немножко добавляю контраста в маленьких лужицах, которые образовались из-за мокрого снега. И был забавный момент, когда пробегал мимо меня бегущий человек. Он мне показал класс издалека, со спины. Но это очень, вы знаете, порадовало, что кому-то это понравилось.
Вот и завершил я свой пейзаж. Друзья, благодарю вас за внимание. С вами был художник-педагог Федор Усачев. До новых встреч!